Первый в мире биткоин-банк. В городе Вена, Австрия, открылся биткоин-банк. Банк принадлежит берлинскому блокчейн-стартапу BitTrust Services и разработан для того, чтобы сделать покупку и продажу биткоина проще и безопаснее операций с фиатными деньгами. Клиенты смогут получать в банке информацию о разных криптовалютах и обменять биткоин на евро в банкоматах. Магдалена Избрандт, управляющий директор BitTrust, отметила: «Деньги могут переводиться напрямую от пользователя к пользователю».